Сюда сейчас ловите. Так. Можно такое вас ему. Вот посмотрите, вот это вот толкование Нового Завета. Полное толкование вместе с откровением. За 2000 лет впервые вышло. Этого нигде нет, ни в Западной, ни в Восточной. Наши? Да. Полное толкование святых отцов. Блаженного Феофилакта и всех святых отцов выбрано здесь. Самое основное. Три тома. Это подарок Лукашенко подарили, Медведеву, Путину, видели в библиотеке. Видите, они какие подарочные. И вот, когда нас не пропускали в таможне-то, я везде дарил, это 75 евро. То есть, как будто дверь ударил, дверь открыли, опять пропустили. Вот. Украина больше всего получила от нас на таможне, уже три раза. То есть, больше нуждается. Ну, да. Вот. Вот три. Теперь смотрите, я сейчас покажу. И здесь же 297 комментариев. Здесь 240 иллюстраций, лучший иллюстратор Библии. Это мы раскрасили. Несколько человек раскрашивали более года. Это наш, больше нигде в мире этого тоже нету. Это лучший иллюстратор Библии. Это мы издали так, раз полный лист, намелованная бумага. Специалисты знают, что это такое. Все книги сшиты. Закладками. И для шубных бляков. Видите, как это позволило издать. Это полное толкование, вот оно как написано, считаем. Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, в трех томах с добавлением комментариев к словам блаженного Феофилакта, касающихся проповеди Слова Божия. Там, где говорится, что нужно Слово Божие проповедовать, я выделил крупную землю. Какие картины? Какое украшение? И эти слова, которые блаженный Феофилакт говорит, я их выделяю, а потом даю комментарий. Ничего не добавляю. Он сказал, нужно проповедовать сейчас. Я тогда добавляю, что я Кронштадтский сказал, Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, то есть расширяю его слова. Но тут написано комментарий. А основное все его. Вот, Игнатий, вот оно и заканчивается, и показано.